27 июня 2023 год. Ну, по итогу на полдень 27 числа полная неразбериха и понятно только одно. Повар бывает крысой не только в мультике. Рататуй там, наверное, в гробу переворачивается, глядя на все эти нынешние события. Хотя, учитывая, что он мультяшный персонаж, он, наверное, еще какое-то время поживет. Но это явно не грозит тем, кто заварил эту кашу. Ну, с другой стороны, кстати, вот вчера посмотрел выступление этого Моль против крысы. Да, у нас получается эпохальное, как оно было заявлено, как эпохальное, меняющее судьбу России. Потом человек выходит, пукает в лужу, пытаясь, видимо, создать впечатление, что это никакой не воинский мятеж, а буря в стакане воды. Ну, что ему еще остается делать, Моле этой, Путину? Он пару дней, наверное, пока там Пригожин дул на Москву, пока лысого порожняком на Москву гоняли. Сидел, наверное, на чемоданах. Не знал, в какой, чтоб, боялся, чтобы не перепутать, в какой гадить, а в каком красную кнопку нажимать. Ну, в общем, так не опускали страну. Вторая армия мира, боже мой, это просто капец. Никто и никогда. Эпичное было зрелище, эпичное. Урки против орков.